Всем доброе утро, и сегодня я решила вам записать видео, как проходит мое утро, когда мне никуда не надо идти. Первым делом я просыпаюсь, и просыпаюсь я без будильника. И да, теперь вы будете видеть меня именно с такой прической. Первым, что я делаю, я прихожу на кухню, чтобы приготовить себе вкусный завтрак. Сегодня на завтрак я буду готовить бутерброды. Первый будет с икрой, а второй с горячим сыром. Ну и, конечно, никакой мой завтрак не обходится без чая. Ну и пришло время переодеваться. После того, как я позавтракаю, я иду заправлять постель, и это я делаю обязательно каждое утро. Открываю окно на проветривание и иду умываться. Сегодня я буду очищать свое лицо вот такой вот пенкой. Ну и, конечно, как все люди, я чищу зубы. Ну и так как это мое идеальное утро, то у меня есть время на то, чтобы поснимать видео и сделать красивый макияж. Причесываю волосы, и я готова. Ну и на такой прекрасной ноте я хочу закончить это видео. Я надеюсь, оно вам понравилось, так что всем пока-пока.